Всем привет, друзья! С вами Учиха. И пока я начинал запись, я успел проиграть первый раунд, потому что у меня был юспик, и я не успел зайти. Вот эти человеки, которые отзывались обо мне, что я не могу с трабаша с одной тычкой в голову дать. То есть он хочет сказать, что я с двух тычек зажимаю. И первый раунд я слил, потому что я начинал запись и просто бегал. Так, у нас кроносы стоят, я так понимаю. До сих пор лагает. Ладно. И это и есть ваш... Это и есть ваша игра, пацаны. Я не думал, что вы настолько слабы. Вы же сказали... Зажимать бот. Чё там, пацаны? Вы просто Учиха каждую катку киллы делает. Переоценили. На. Вот так, друзья. Кто себя переоценивает, тот и ниже всех. Мы их взяли и, ну, видите, почти в сухую выиграли. Мы переоценили себя. Назвали меня ботом и говорили, что я с одной тычки не могу никого убить. И в итоге случилось так, чтобы было 7-1 счет. Пацаны, кто себя переоценивает, тот ниже всех. Не надо себя переоценивать. Да, вы крутые, да, вы хорошо играете в СНС. Но есть люди, которые сильнее вас. Есть люди, которые, ну, намного сильнее вас. И это всегда будет. И будут люди, которые намного сильнее этих людей. Поэтому не надо себя переоценивать. Всем удачи, всем пока.